Guten Tag! Heute erzählen wir euch in unserem Video von der Jugendarbeit der deutschen Minderheit in Kasachstan. Der Verband der deutschen Jugend in Kasachstan wurde 1996 gegründet und Verein Deutsche Jugendclubs in Kasachstan. Союз немецкой молодежи Казахстана – это республиканская организация, целью которой является поддержка немецкой молодежи, а также всех других, кто интересуется немецким языком и культурой, в самореализации, в развитии конкурентоспособности. Союз работает с разной молодежью из разных городов. И в настоящее время Союз включает в себя 13 клубов немецкой молодежи, это региональные большие клубы и 10 их филиалов. В общем, можно сказать, что на сегодняшний день Союз охватывает более 700 человек. То есть это те молодые люди, которые интересуются немецким, интересуются культурой, которые участвуют в различных мероприятиях, лагерях, площадках, театральных фестивалях и самых разных других проектах. Что касается проектов, то это очень большое количество проектов. Например, в 2019 году эта цифра составляла более 100 проектов в год. Из них около 10 – это большие республиканские масштабные проекты, все остальные – это мероприятия регионального, городского характера. Einige relevante Informationen. Основным рабочим органом Союза является Совет немецкой молодежи Казахстана, который сформирован из молодежных лидеров различных регионов, в которых существуют и работают клубы немецкой молодежи. Основная наша деятельность осуществляется как раз-таки в регионах, где молодежь в течение многих лет регулярно осуществляет различные проекты, молодежные и культурные мероприятия, занимается в различных кружках, имеют театральные студии и так далее. Помимо этой деятельности, Союз немецкой молодежи Казахстана регулярно проводит различные республиканские проекты для немецкой молодежи. Одним из ярких примеров таких проектов является молодежный лингвистический лагерь Jugendtreffpunkt.kz, который проходит ежегодно в летние месяцы. Именно там встречается более 60 молодых людей из различных регионов, для которых в течение 10-14 дней проводятся различные занятия немецкого языка в первую очередь, а также различные креативные воркшопы и лаборатории по теме немцев Казахстана, а также на различные актуальную тематику. Но главное, что все это проводится на немецком языке. Мы приглашаем ежегодно языковых ассистентов с Германии, которые свободно владеют немецким языком, и именно там молодежь может максимально окунуться в атмосферу языка и обрести новые знания, а также замотивировать себя на дальнейшее улучшение и рост в знаниях немецкого. Также в течение года мы стараемся регулярно замотивировать молодежь, привнести какие-то новые знания в их деятельность и креатив. Для этого проводятся различные вебинары и семинары, например, по этнокультурной работе, потому что основная наша цель и миссия – это развитие немецкой молодежи, чтобы они были конкурентоспособными и сохраняли свою этническую идентичность и помнили о том, что все же они немцы. Меня зовут Алена Рейнер, и в самоорганизацию немцев Казахстана я попала еще в 14 лет, став участницей клуба немецкой молодежи «Диамант» при обществе немцев города Астаны. Я была председателем молодежного клуба, потом я работала референтом по молодежной работе при обществе немцев. А сейчас я являюсь заместителем председателя Союза немецкой молодежи Казахстана. Быть заместителем председателя Союза немецкой молодежи Казахстана – это очень ответственно, но и в то же время очень интересно. Это представление СНМК на международных площадках. Это создание новых молодежных клубов на территории всего Казахстана. Это проведение различных республиканских и международных проектов. И одним из таких крупных республиканских проектов стал театральный фестиваль, на котором было показано 10 театральных постановок на немецком языке и был выбран лучший спектакль. А его логическим продолжением станет в этом году театральный фестиваль, но уже онлайн, который вы сможете наблюдать на страничках Союза немецкой молодежи Казахстана и на нашем YouTube-канале. Nach der Lockerung der Quarantänemaßnahme konnte ein Rat organisiert werden, der in Karaganda von 11. bis 13. September zu einer Sitzung zusammenkam. Das Treffen lokaler Führungskräfte aus allen Städten ist ein wichtiges Ereignis für die Arbeit des gesamten Verbandes. Auf der Reissitzung im erweiterten Format wurden drei Blöcke als Hauptpriorität festgestellt: Bildung, Organisation und Teambuilding.
Im ersten Block wurden die Fragen zur Entwicklung des VDJK als Organisation berücksichtigt. Der Block Teambuilding. Für die gute Koordinierung der Arbeit des Verbandes sowie die Organisation von Großveranstaltungen in ihrem Auftrag wird ein gut vernetztes Team benötigt. Das Organisationsmodul. Hier fanden die Workshops und Vorträge zur ethnokulturellen Komponente in der Jugendarbeit statt. Das gesamte Programm der Ratssitzung war interessant und reichhaltig und die Teilnehmer konnten ihre Wissensspeicher auffüllen, was ihnen bei ihrer zukünftigen Arbeit von Ort helfen wird. Für mich bedeutet VDJK die Menschen, die gemeinsame Ziele und Interesse haben. Alles, was wir machen, machen wir nicht für einen Bericht, sondern weil wir es mögen. Ich weiß meine deutsche Wurzel nicht, kann sein, dass ich sie gar nicht habe, aber Deutsch sein ist kein Punkt im Pass für mich. Deutsch sein ist um mich herum und in meinem Kopf und Herzen. Aktuelle Nachrichten, Ereignisse über die deutsche Minderheit in Kasachstan in der DATS.